Спасибо за лайки на эфир. Блин, губы посохли, пиздец просто. Мне только с собой гигиеничку и таскать. Ой, спасибо большое за подарочек. Сердечко. Спасибо. 13-й участник команды. А тут оно типа по числам как-то определяется, какой там участник команды. Как это определяется? В смысле ничем не поможешь? Да вот я не знаю, я так в подарках этих разбираюсь. У меня, короче, друг, ну как знакомый, точнее, недавно вел эфир. Вот. Ему девки накидали 90, ну, не знаю, сколько они там ему подарков накидали, короче, очень много. В итоге у него с подарков вышло $90. Алло, 90. И это ему девки накидали. А у меня пацаны жлобы сидят, которые не могут мне ничего накидать. И я такая сижу, я говорю, как ты так все это заработал? Он говорит, да не знаю, говорит, мне девочки типа скидывали подарки там и все. Я такая, ебать. Вот это девочки щедрые, походу. Так они ему каждый эфир кидают подарки. Типа я захожу вот тоже посмотреть, пообщаться. И ну каждый эфир ему девочки подарки кидают. Ну там просто, типа, они часто сидят, короче, на его эфире, и они, ну там пару девочек, которые ему подарки кидают постоянно, на постоянной основе. Ну, теперь буду каждой. Но у меня тоже как бы есть на эфире люди, которые вот постоянно сидят, постоянно со мной общаются, подарки кидают, но все равно меньше, чем ему почему-то. Почему так, я не знаю. Блин, как твой никнейм читается, XXL? Я не могу его нормально прочитать, поэтому я говорю XXL. Я просто, когда на ник посмотрела, это первое, что пришло мне в голову. Привет, соседи Сумы. Привет, с Харькова. Саша я. А ник как читается? XX? Или как? Одни Саши собрались. Санечки. А, ты, короче, сам не знаешь, как у тебя ник читается. Понятно. У меня уже телефон падает. Я когда его создавала, я тупо наклацала. А, да? Не, ну выглядит прикольно ник. Ой, спасибо за мороженку. Как им... Бррр, морозово холодно. Даже не выдумывал. А, ну нормально. Вот получилось классно. Спасибо за мороженку. Ну, короче, XXL. Я называю XXL. А у тебя вообще невозможно ник прочитать. Я... Ой, смотрите, я так надавила, нож красный. Я вообще не знаю, как твой ник прочитать. Вот у меня самый нормальный никнейм. И прочитать можно... А ну, сейчас, секунду.
Да. Особенно у тебя. Так, вот такая стоит пока. Все. То я уже устала в руках телефон держать. Уже тяжело. Да не шел. Мне, кстати, волосы уже надо красить, а то они уже цвет какой-то не черный, какой-то непонятный. Да. Бибика. Да нет, знаешь, у меня просто некоторые прядки типа черные, а некоторые как коричневые. Короче, оно выглядит уже не очень. Поэтому надо красить. Да, у меня были короткие волосы, у меня были, ну, я каре себе делала, резала, стригла. Но у меня каре было 2 года назад. Да, где-то фотки есть, надо поискать. Где-то есть. Ну, у меня где-то они, ну как, вот такие, короче, где-то были. Может, такие.